11-й день реабилитации Юрия Горбенко. Проходит отлично. Потом можете наблюдать в процессе тренировки, увидеть, как сколько даже отек полностью сошел сзади. Появилась легкость в коленях, уверенность, что наш чемпион будет добиваться новых высот и выигрывать новые вершины. Как обычно, идем на разминку на велосипед, крутить педали. По-другому никак. Разминка не проходит. Вот. Мой велосипед. Поехали. Поехали. Пропотеем сейчас хорошо. Да, в прошлый раз я хорошо так пропотел. На десятке тяжело очень. 10 минут. Здесь мышцы горят. 10 минут крутим. И дальше вы будете наблюдать, что мы будем делать сегодня. Будьте со мной, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте. Поехали. Сегодня у нас динамическая тренировка, все будет в движении, вы будете наблюдать, как Юра сегодня работать будет, подготавливаться к бою. Посмотрите, как человек добивается результата и показывает вам все, как надо работать. Крутим головой, крутим. Да. Велосипеда тяжело. Да, давай, 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 давай. Умница. И таких соточку, 100 руку. Сто раз Юра сделал. Дальше на следующее упражнение. Чаще, 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 чаще ноги работают. Еще чуть ножки согни. Умница. Здорово. Еще ноги на ширине плеч сюда. Хорошо. 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 Коленки чувствую. Хорошо. Еще два раза туда и обратно. И обратно. Отдыхай. Умница. Как ты? Здорово. На стабилизатору полностью коленного сустава сейчас работаем. Все. Умница. Как самочувствие, Юрий? Бомба. Здорово, видите? Умница. Высший пилотаж. Не спеши, умница. Как Чарли Чаплин. А, да, на коньках ест. Чарли Чаплин на коньках. Ну, коленки чувствуют. Отлично. Это ж не сложно. Давай, давай, таких 10 залов надо сделать, несложно. И назад. Пешком? Нет. Так же самое? Да. Задом? Да. Лицом. А, лицом. Не страшно. Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ребята, представляете, ночью так увидеть человека, по переходу где-то будет ползти. Можно и посидеть сразу. Сейчас у нас 12 кругов ада будет. Да. Юрочка будет сейчас работать, функциональная тренировка будет, все тело будет задействовано. Так что смотрите. Уже сил нету. Поехали. Давай. Темп быстрый. Быстрый темп. Право-левое бедро к локтям. 10 раз пошел. Раз, два, три. 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. На живот. Руки, ноги. Раз, два. Быстрее. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Спина. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Приседания. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Поехали, поехали. Как самочувствие? Бомба. Все да. Круто. Сейчас прошли, сделали 6 кругов, конечно, не 12, но ничего. Для первого раза, для начала достаточно. В этом тесте работают полностью коленный сустав, как ни странно. Каждое упражнение способствует на развитие и укрепление коллатеральных связок, место прикрепления четырехглавы, надколенника, сзади крепятся бицепсы бедра и икроножные мышцы. Так что, сейчас будем растягиваться и заканчивать нашу 11-ю тренировку. Давай. Снимаю. Ножки держим так, потом так, потом так. Сейчас прямо стопам. Чуть дальше откатитесь. Стопа в стопу. Сгибаем ноги. Ближе ко мне. Двигаемся. Захватываться с кубером. Уезжаем ножки. Я? Уезжаем. Держим колени. Думаем только о коленях. Вверх расслабили. Тяжело. Да, думаем только о коленях. Держим колени. Держим колени. Только колени. Думаем о коленях. Вверх мой. Только кисти держим. И колени. Хорошо. Держим коленки. Держим. А сейчас все, и застыли. Нет, первым днем растяжка вроде лучше стала. Уже не так больно растягиваться. Правильно? Нет. Когда расслаблена, икроножная, это ждет просто. Просто роняете ее на этот самый. Да, да. Да, делаете из нее. Ну как мясо отбивается. Вот так отбиваете себе. Мягко, расслабленно, спокойно. Чтобы оно расслабилось. Это мы не балуемся, не так надо. Шпагат. Обязательно.
падаете на меня. Класс. Достаю. Отлично. Сгибаем колено. Меняем ножку. Опа. Солнце. Давай ножку, Юрочка. Работаем всего 10 секунд, но довольно интересно. 10, 9, 8, 7, 4, 2, 1. Молодцы, вы видели вообще. Практически лежит. Идеально. Включил? 11-я тренировка подошла к концу. Сами видите, какой результат. Уже человек занимается динамической работой. Уже и приставными бегают, и бега начались. Амплитуда разработана. Ножка появилась, легкость. Отеков вы сами не видите. Все идет супер. Потому что Юра выиграл бой. Даже и не... колено не опухшее, уже проходит. Так что вы видите, на ваших глазах чудо происходит. Колено проходит. Ребята, обращайтесь, звоните Юре, пишите мне, задавайте вопросы, подписывайтесь. На связи. Юрий Горбенко рекомендую.